стартовали главные выборы страны, выборы президента Российской Федерации. С утра я пришел вместе со своей супругой на избирательный участок и сделал свой выбор. Это обязанность, право и обязанность, которые закреплены в нашей Конституции. Я думаю, что все граждане нашей страны должны выполнить свой гражданский долг и сделать свой выбор. Мы определяем дальнейшее развитие нашего государства, путь, по которому будем дальше двигаться. В наших сегодняшних условиях это особенно важно,